Здравствуйте, зимний эльф. Отвечаю зимнему эльфу, потому что она написала мне «Здравствуйте, Довер». И второй комментарий написал: «Очень живописно смотрятся носки на байковой поверхности. Хорошо, меня желает она мне». Спасибо вам, зимний эльф. Вот три пары носков новых на байковой поверхности 1 февраля. Вот на это. Ну да, носки приходится покупать самому. Иногда обувь и шапки. Это то, что вот мне приходится покупать. А многие вещи мне обычно покупают ученицы. Причем присылают еще. К примеру, Елена мне прислала брюки лыжные через Валберис. Вот такими вот всякими способами одежда ко мне приходит. Давно уже не покупаю. Ну вот такую одежду. Брюки, рубашки, там, куртки. Только шапки и обувь и носки приходится.